Присаживайтесь. Спасибо. Ну, что у вас? Доктор, последнее время я чувствую себя очень уставшей. Я каждое утро просыпаюсь усталым. Хорошо, что. Кем работаете? Бухгалтером. Значит, работа сидячая. Понятно. Физкультурой занимаетесь? Ну, у меня есть абонемент фитнеса. А, то есть не занимаетесь? Ну, нет, нет времени. Понятно. С какой регулярностью ведете половую жизнь? Вы знаете, доктор, 4 раза в неделю. А-а-а. Понедельник, среда, ну и суббота с воскресеньем. Да. Завидное постоянство. Mm-hmm. Так, ну что, ну давайте попробуем сократить количество половых контактов mm-hmm. до 3 раз. До 3 раз. Да. Mm-hmm. Ну, скажем, исключим среду, mm-hmm. например. Нет, доктор, среду никак нельзя. Муж расстроится. Среда – это его день.